Кто дойдет до этого из Ивановска? Ну, мы вот один из таких. Надеемся, что станцует на разорба. Мені мына жерге тағы да тәжік спортшысы билеп шықты. Олардың салмағы 90 келіден жоғары. Мақты спортшы бұл Тәжікстанның өз елінің мақтанышы десек те болады. Қазір мені Дәулетбек Дәуренбек қарап жатыр барлығын. Оның қарсыласы мені Өзбектің өзбек спортшысы. Бұл бауырымызды да талай жерден көріп жүрміз. Бүгін кеш мысалы Өзбекстан мен Тәжікстанның спортшыларының кездесуі болды. Аяқ кезі екеуі де мықты. Өз елінің мақтаныштары. Мақсат біреу ғана күту керек, қалып қоймау керек қажет. Бұл екі спортшыларға да ол өз бабында болса барлығын да жеңеді. Енді бұл спорт деген асеке бұл енді бірде жеңіліс, бірде жеңіс, бірде қуаныш, бірде кішкене реніш қой. Кейде мысалы осы міне таныстыруда міне өзінің кім екенін көрсетіп билеп тұр гладиаторлар сияқты әлгі ортаға шығып гладиаторлар бірін бірі әлгі аренаға шығып иә Колизейге шыққан кезде осылай шығушы еді ғой. Өзбек спортшысы қарапайым өзінің қарапайымдығын көрсетуде. Негізі бұл спортшыны талай жерден көріп жүрміз, талай додалы жарыстарда байрақты жарыстарда бұл топ жарып жүрген жігіт Өзбекстан. Енді осы екі спортшыны өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ну, это получужелый вес, весовая категория до 90 килограмм. Одна из таких интересных, там уже удар, уже очень, уже, знаете, вес уже, аур уже. Популярный считается 93, получужелый, да, до 90 килограмм. Ну, вот опять боец из Душанбе. Он сейчас в белых шортах. В белых шортах, боец из Таджикистана, из города Душанбе. Также команда Touch Fighter. Он является чемпионом Таджикистана по универсальному бою. Унифайт. Серебряный финалист чемпионата Азии по ММА. Иран. Город Тегеран. Видите, где регалии хорошие. Ох, мені. Алғанбетті тепті жаңа жақсы деп. Его соперник Бекзот Джиянов. По прозвищу Андижанский. Андижанский. Он из Андижандан, да. Они как бы так. Ему 26 лет. Он является чемпионом Узбекистана по унифайту. Награды победы международного турнира по унифайту. Видите, унифайт только в ММА переходит. Они, они все унифайтерские. Это универсальные бои. ММА, видите, они хотят... Негізі мынау 90 келіге дейін, 93 келіге дейінгі салмақтағы спортшылардың бірінші рет көріп тұрм, дәл осылай жан асып, жан бесіп, мынадай тез-тез соққылар жасап. Ну, это первый раунд. А потом они начнут. Вначале все начинают же первый раунд, а потом второй и третий раунд они вот тяжелые же места. А сейчас активно начали на удар они хотят быстрее закончить. Тез, да, дыхалка еще. Пока дыхалка есть, они хотят закончить бой. Тәжік спортшысының жаңа көріп тұрсыздар мына аяқ пен тебу жағы жақсы екен. Настоящий гладиатор, как приятно смотреть. Екеуі де енді бұл жарысқа негізі осындай селекцион жарыстарыңызға қанша спортшылар келіп қатысады? Ну, обычно это же профессиональные бои от 10 до 12. Ну, последний селекшн, представьте, уже заявилось нам приятно. Совсем, вот это второй селекшн, а на третий селекшн заявилось 17 пар, мы уже не знали куда. Все звонят, все представители азиатские, с Казахстана легионов в первую очередь. Уже 5 или 6 областей Казахстана команды приехали, приятно. Мы их пригласили, и против них, чтобы интереснее было, мы... Бойцовских клубов Казахстана и Узбекистана. Представьте, уже как... Соларға қарсы. 17 бар. Шығарасында солар. Шүші селекционда солар қарсы шығарасында ғой. Қазір 17 спортшы. И сразу мы смотрим, казахстанские какие клубы развитые, какие его смотрим, какие у нас, как у них идет. Подготовка какая у клубов, смотрим казахстанские. Вот уже приехал президент Атрау, этот Сағындық Майкеев, президент Панкратиона и ММА по любителям. Он посмотрел, говорит, теперь я тоже, ребят, пошли, приехал, посмотрел наш турнир селекшн. Осы, осы. Мені мына жерден бастан теуіп тастады. Дұрыс емес деп жатыр жаңағы тәжікстандық. Мені ескерту алып жатыр. Тұрған кезде тебу болмайды негізінде. Сакюбинская команда приехала. Очень такой серьезный. Келеді. Приезжал, приехал. Келеді ғой. Келеді. Они вот заявляются. Иә, дұрыс, дұрыс. Оны енді алдап. Уже приятно, что уже все уже видите, уже все смотрят, читают интернет, телевизор смотрят. Да, Құдайға шүкір. Благодаря вашему каналу, видите, это все. Люди не увидят же, не будет. А если не телевидение, не интернет, то туда уже никто не будет даже. Дұрыс, біздің де мақсатымыз осы өзіміздің спортшыларды осындай кімдермен осылай жұдырықтасып жатқан жуан жұдырықты жігіттердің кімдер екенін, біздің де мақтаныштарымыздың бар екенін көрсетіп, бізге ол да бізге біз үшін мақтаныш. Осындай алыптарды алып шыққан сіздерге де көп рахметімізді айтамыз. Мені мына жерде тәжік спортшысы мені
Özü boğup jatır, boğup kaldı. Mine özbek sportçısı soqqının astına aluda boldu. Mына jerde jeñis. Sonmen Bekzat bawrımız jeñiske jetti. Özbekistandan kelgen jaña bilep çıkan tajiktin sportçısın ulaş etken kezde alğanı boldu. Да, технический нокаут, он добивание, победу одержал боец из Узбекистана. Получил тяжелый вес, они так делают обычно. Потому что в первом раунде вкладывается полностью, как будто как легковесы. Скорость, все быстро, а потом уже шпиля завершить, потому что потом им тяжело будет. А вот так, если кезең... Вес тяжелый же все-таки уже, двигается уже. Саншка или Дэвид? Дәуренбек бауырымыз мына ортадағы бас төреші. Вот кто выигрывает, мы их смотрим, мы обязательно их приглашаем на следующий селекшн. Уже сразу говорим, представителям, президентам клуба. Вот этот боец выиграл, мы его дальше хотим видеть. Мені өзбек спортшысын тұтаймыз. Жеңісімен қазір марапаттайтын болады ол спортшыларды. Қазір көреміз қазір. Мені бұл жарыстың Қарасай ауданында, Қарасай ауылында өткенін баса кеткеніңіз жөн. Мені мына жерде Асхат Мырза өзіге құттықтап жатыр. Мы не делимся здесь, что Казанский, это видите, наши братья, все наши соседи, мы дружим, если вы видите, надо всех объединять, это спорт же, это спорт объединяет, дружит. Спорт, Берлин, Басы, да. У нас Алашпайт Межуртку, почему все уважают, у нас есть и чеченцы, и азербайджанцы, они, ну, казанский флаг, они жители Казахстана, они родились в Казахстане, поэтому, представляете, у нас здесь международный клуб, и все поэтому нас уважают, любят, потому что мы объединяем.